Всем привет! Сегодня мы находимся с вами на ежегодной премии Top Beauty в области косметики и парфюмерии. За моей спиной множество звезд. Они сейчас общаются, дают интервью по поводу своего выбора, какой косметикой они пользуются, какими лаками красят ногти и кому они отдали свои голоса. Что будет дальше, вы увидите только на ФБР ТВ. Оставайтесь с нами! Эдгар, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня здесь делаете? Мы здесь участвуем в номинациях журнала Top Beauty, Top Beauty Awards, которые сделаны совместно с крупнейшей парфюмерно-косметической сетью в России L'Etoile. Скажите, пожалуйста, а что вот конкретно сейчас у вас новинкой сезона является? Гидро Квенч. Эта новинка состоит из сыворотки и из крем-геля. Это замечательная текстура. Крем и сыворотка призваны увлажнять кожу. Кожа не блестит, она становится матовой, но зато увлажненная. Да? Советую очень попробовать ее. Скажи, чем ты пользуешься? Какие твои секреты? Ну, первое, ты же, конечно, знаешь, для того, чтобы быть красивой, ты должна быть уверенной в себе. Ты должна понимать, а чтобы быть уверенной в себе, тебе должны каждый день говорить, что ты королева. Следовательно, значит, начинаем сначала. Значит, ищем... Встречаем мужчину, который тебя полюбит, будет носить на руках. И потом уже, как там, 10%, можно, конечно, использовать какие-то средства, но лучше, чем вот так вот, мужчина, который тебя постоянно боготворит, это нет способа. Если это косметика для волос, то Opalis. Если это косметика для лица, здесь разные варианты. Что касается основы лица тональных средств, то это MAC. Если речь идет о туши, то это L'Oréal. Если речь идет о румянах, то это Estée Lauder. А то, что касается декоративной косметики, у меня, наверное, года на два запасы, которые, наверное, в течение 2 лет еще не израсходуешь. Поэтому я очень редко, если действительно что-то появляется новое. Виктория, скажите, пожалуйста, вы всегда выглядите просто потрясающе. Как вам это удается? Ну, сложно сказать. Наверное, это профессионализм, гены и хорошее настроение. Потому что независимо от того, устала я или не устала, я всегда пытаюсь как-то быть позитивно настроенной. А вы же знаете, что красота женщины в первую очередь в ее глазах. Скажите, вот знаете, все говорят, у девушек, как правило, не косметичка, а чемодан. Какая ваша косметичка и сколько у вас там всего-всего такого интересненького? Я, конечно, дома у меня огромное количество косметических каких-то марок, новинок, продуктов. Но дело в том, что очень многие косметические компании, спасибо, кстати, им присылают мне огромные коробки подарков. И даже вы видели, что сейчас я ушла со сцены с огромной корзиной. Поэтому, конечно, недостатка в косметических продуктах и новинках у меня нет. Но если мы говорим о моей дороге, косметичке, то она очень скудная такая, я думаю, по сравнению с другими девушками, потому что у меня есть излюбленные какие-то мои продукты, без которых я не могу. Но я только ими могу обходиться, мне ничего другого не надо. Как вы знаете, у L'Etoile эта аудитория приблизительно равна 9 миллионам человек. Это особенно отрадно, потому что в отличие от большого количества других призов, когда только узкая группа профессионалов голосует за тот или иной продукт, действительно, ваша премия – это признание огромного количества женщин. Большое спасибо! Вот не случайно, сегодня много мероприятий, но вы видите, как много народу, как много известных девушек пришли сегодня именно сюда, потому что все хотят быть красивыми. Спасибо большое, Катя. Мне, например, нравятся духи Абонита. Этими духами душилась Марлен Дитрих, Мата Хари. Мне очень нравится это мероприятие. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь и такое же соревнование брендов было, например, в кино, чтобы когда соревнуется наше российское кино между друг другом, чтобы было много фильмов и чтобы мы устраивали точно такие же вечеринки, да? Может быть, я больше люблю не накрашенных женщин, нежели накрашенных. Но если сама я, конечно, крашусь.
Итак, дорогие друзья, мы сейчас общаемся с главным редактором журнала Top Beauty и также, соответственно, ведущей этого мероприятия. Скажите, как вам в целом мероприятие? Нравится, не нравится? Ну, очень правильный вопрос на его самой кульминации, но мне кажется, что когда в зале столько красивых людей, столько роскошных женщин, бьюти-брендов, столько звезд, которые раз от раз появляются на обложках журнала Top Beauty, оно не может быть неудачным. Подведем итоги. Сегодняшняя премия оказалась просто уникально полезной. И ее можно объявить закрытой. Будьте всегда красивыми не только снаружи, но главное снутри. Всем пока-пока. С вами была я, Катя Лайм.